Если сказал А, то скажу и Б. Зайдем на сайт регистратора 2 domains.ru. Зрение защищенное, поэтому очень медленно идет передача информации. Если вы только приобретаете домен, то вы должны будете нажать на домен и так далее. А поскольку у меня уже приобретен домен, то я могу перейти к управлению заказанными доменами. Их может быть много. К сожалению, много не у меня, а у школы. Домен в школе решили называть 4.ru, поскольку все в городе называют школу 4. И здесь сайт, поскольку есть один, я вхожу в управление именно этим сайтом. В разных городах области. Очень интересное есть название. Мне понравилось в Эксе. Первый автобус называли «Однойка». Второй «Двойка», а первый «Однойка». Здесь нас будет интересовать управление доменом, управление зоной DNS. Domain Name Service. И опять медленно-медленно идет загрузка. Защита доменов всегда очень серьезное дело. Вот так должны выглядеть записи, занесенные в DNS домена для подключения его Google Apps и переводу потока всей информации на серверы Google. Ну и здесь заодно для упрощения URL для календаря, документов, почты и сайтов необходимо внести изменения в запись с name. Делается это очень просто. Меняется тип записи, выбирается, что вам надо, либо текст, либо с name. И вводятся изменения, которые для подтверждения, скажем, собственности домена, вводятся изменения, которые от вас требует Google при развертывание системы Google Apps. Такие, если есть какие-то вопросы, то обращайтесь, постараюсь помочь. Тем более, что это дело такое сетевое, дистанционное.